Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Икота. Здрасте. Лунтик, пойдем скорее. У нашего домика цветок распустился. Вот так. Баба Капа, я пойду, можно? Хорошо, Лунтик, беги. Из этого цветка можно сделать наблюдательную вышку. Здорово. Что ты сказал? Я сказал, здорово. Чего-чего? А, это икота. Пройдет. Надеюсь. Вот этот цветок. Полезли? А когда пройдет эта икота? Со временем. Ладно, не можешь на цветок залезть? Тогда давай в мяч играть. Лови. Ой. Да, может, Мила что-нибудь посоветует. Привет, Мила. Здравствуйте, ребята. Подержи, пожалуйста. Я не могу. Лунтик, подержи совочек. Лунтик, осторожней. Мила, прости. Что это с ним? Он так с самого завтрака, представляешь? Ты знаешь, как ему избавиться от икоты? Ну, есть пара способов. Давайте начнем с... Ха! Привет, малышня! Ага. А ты чего рот заткнул? Я... У Лунтика икота. Да, мы собрались его лечить. О, мы тоже хотим его лечить. Я знаю как. Надо по спине стучать. Ага, тогда икота выскочит. Стойте, стойте, вы не то делаете. Почему это? Так делают, когда кто-то подавился, а Лунтик икает. Ага, жалко. Но тогда сами лечите вашу икоту. Да, а мы пошли траву жевать. Ну так вот, Лунтика надо чем-нибудь напоить. Обычно это помогает. Вот, Лунтик, выпей воды. Так, будем пробовать еще. Ой! 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 Я знаю еще один способ от икоты. Надо его напугать. Он от страха икать перестанет. Лунтик, мы знаем одно лекарство. Сейчас мы за ним сходим. А ты сиди тут и никуда не уходи. Хорошо. Потихоньку спустись к Лунтику и громко стукни палочкой по ведерку. Ладно. Кузя? Кузя, что случилось? Ничего. Кузя, извини, что я тебя напугала. Думаю, вам надо идти к бабе Капе. Уж она-то точно знает, что делать. Чтобы избавиться от икоты, нужно вздохнуть и задержать дыхание. А затем выдохнуть. Теперь нужно выпить теплого чаю. Кажется, икота прошла. Да! Ура! Спасибо, баба Капа. Я думал, что так и буду все время икать. Ну вот, и тебя вылечили, и тебя вылечили. Икота может быть очень приставучей, но вообще-то она проходит так же внезапно, как и появляется. Главное – знать, что делать.